выглядит как современная подделка. Но это не современная подделка. Там железка. Как они туда вплавили-то? Снимать нельзя, поэтому я подпольно. Вот чем это? Без станков-то. Угу. Сталюцит капиталь. Мармол. Мрамор. Вот это что, послойно заливали? Послойная заливка или как? Вот это как сделали? Ёкарный бабай. Вот это чем? Нахерить. И здравия, соратники, еще раз. И если немного ранее я показал вам съемки на входе в Святую Софию, то теперь я покажу вам съемки изнутри. Это съемки первого дня моего пребывания в Турции, конкретно в Стамбуле. Ну и чуть позже я вам покажу более детальные съемки второго дня именно Святой Софии. Место для помолиться исключительно. Сейчас я пройдусь и выйду, чтобы показать вам двор. И затем уже будут детальные съемки именно изнутри, но уже будет озвучка закадровая не в студии сейчас, не в квартире, где я сижу, в модифицированной студии, откуда я веду все мои ролики, а именно в момент съемок. Да, иногда там пылесос гудит, иногда там шумно, но это именно живые съемки, когда вот я вожу камеры и показываю, и рассказываю все, что я думаю по этому поводу. Сейчас тут какие-то богослужения, поэтому не совсем удобно для съемок. И самое интересное будет во второй части этого ролика. Ну, естественно, ролик затянется, поэтому я сделаю две части. Сейчас я покажу первую часть и затем вторую. Удивительное сооружение просто для помолиться. Конкретно в духе соборов Западной Европы. Один в один, так называемых соборов. Огромнейшая высота. Я позже покажу вам детально ворота. Там прекрасно все. И заливка, которым сделаны все эти сооружения. И то, что кирпич из кирпича, причем фасонного, показанный. Все, я сейчас покажу это. Замечательный пол, тоже заливка. Такие же фрактальные, вот эти вот, не знаю, верхняя часть колонн, какая и в голубой мечети, что говорит о том, что это построено примерно в одно время по одной технологии. Ну, могло же быть, что там детали, просто запчасти остались от строительства голубой мечети. А раз это... Получается, строилось примерно в одно время и по одной технологии с такими фрактальными навершиями, то получается, что это в одно время построено, когда не могли быть одинаковые религии. Одна и та же религия строит по одним и тем же технологиям, либо разные
это были религии. В общем, куча несостыковок с официальной, по версии официальной истории. Огромное количество того, что не укладывается ни в какие рамки. Такие же металлосвязи. Кто не понимает, о чем я, читаем статьи Техденсера на Tartaria.info. Сейчас я вот обзорно вам загляну и покажу все то, что будет детально разобрано позже. Невозможно это сделать ни медными, ни бронзовыми зубилами, как утверждает официальная история. Замучаешься. Да, качество съемок сейчас не ахти, будет чуть лучше, но не сильно. Цель была именно показать детали. Кто хочет красивые пейзажные съемки посмотреть, а не детали, пожалуйста, есть куча роликов и даже в Ютубе про Святую Софию. Ну, с официальными сказками. Но тут я показываю то, что мне интересно. Показываю разновеликие какие-то двери, большие двери для великанов с непонятными устройствами, которые, очевидно, были. Вот я сейчас показываю двор. Двор на выходе Святой Софии, так называемый. Ясно, что это откопали, то есть это допотопный. Понятно, что эти сооружения никак не для помолиться. Это даже не похоже на крышки так называемых саркофагов. Это часть каких-то технических устройств. Вот это без станка никак не сделать. Также непонятно, как вот эти мегалиты делались. Но это назвали для помолиться, и якобы это крестоносцы какие-то делали. То, что было до турок здесь, якобы жили люди, белые, непонятные, и уже было христианство, что тоже не вписывается ни в какие ворота. Вот это в египетском стиле так называемом, и опять же технология, по которым это все делали, неизвестно и непонятно. Идеально круглые у нас столбики, колонны. Да, как и на Болковском кладбище, как и на многих других местах, непонятно откуда появляются коты, как хранители этих мест меня сопровождают всюду. Вот это точно не для тела, это саркофаг, цель которого непонятна. По саркофагам будет отдельный ролик, запретные съемки, секрет Стамбула. Вот эта технология монолит, то есть если тут фигура вращения, основное тело, ствол, то вот это навершие сделать без технологии заливки невозможно. Вообще все это здание, это уникальное сочетание кирпича и мрамора. В основном, конечно же, из кирпича, как и Исаакий. Исаакий тоже сделан из кирпича. Огромное мегалитическое сооружение. Вот эти вот навершия непонятно для чего сделаны. Также непонятно для чего, просто как для помолиться, как у нас колокольни. Тут вот эта вот штука. Там нет колоколов. Для чего это сделано, непонятно тоже. Там нет никаких лестниц внутри. Ясно, что это для чего-то, кроме как... Помимо цели, чтобы мулла забрался наверх и кричал... всех собирая на молитву. Это, на мой взгляд, субъективный. Ну и понятно, поскольку говорят, что это официальный храм христианский, то там нет этих колоколов. Это не церковь. Также непонятно назначение вот этих вот над входом сооружений. Глубоко не архитектор, но ни один архитектор не объяснит функционал, зачем это нужно. И также никто не может объяснить, каким образом вот эти решеточки делали и вот эти имитацию окошек. В общем, вопросов больше, чем ответов. Фасонный кирпич уникальный и технологии, по которым все это сделали, тоже непонятны и неизвестны. Хотя, казалось бы, обычная кирпичная кладка, но она далеко не обычная в таком объеме и в таком качестве кирпича. Также вот эти вот сооружения, которые являются частью чего-то большого и непонятного, они лежат просто во дворе, но такие же выпуклые полукружия, я даже не знаю, овалы, которые мы видим и в Питере, и в Орле, и по всему миру.
а они светились. Почему светились? Опять же, читаем статьи Техденсера. Как делали, например, вот этот вот идеально круглый и шлифованный стол. Не, ну, без станка невозможно. Технологии, опять же, оставляют много вопросов. Ну и мы следуем за хранителем нашим и смотрим новые детальные съемки уже без закадрового голоса. Добра, соратники. Ну вот исключительно для вентиляции, да? Вот другой формы больше нет, кроме как вот такая. И вот тут только наверху. Окошечки только наверху. Больше негде. Вот мы, и София. Но видим, что она из кирпича. Основная часть из кирпича. Чего-то ставили. Класс. Ну, дырки сделали. It's really old. Зачем дырки сделали? Кто-то просверлил дырки в центре каждой свастики. Что, руны? Тоже какие-то руны. Причем дверь уходит глубоко вниз, глубоко. Вот это прикол. То есть даже дверь допотопная. И тут тоже свастику продырявили зачем-то. Она не четко по центру дырки. То есть это кто-то сделал дырки, чтобы лишить силы. А тут цветочки прикольные. Просто цветочки. Бывают просто цветочки. Он, АС, АС. И везде свастик. Копия, ХЗ. Смотрим. АПО, КТС. Чем хрен его знает. Видимо, допотопные люди были полиглотами. Красота. Ну, конечно же, только для того, чтобы сидеть. Че, это вчера снимал? Да? А, это женская наполовину? Красота. Это вот что, природное такое, слои. Мне в 95-м, что ли, году тут экскурсовод говорил про природные слои хрени этой.
красиво. Это же один монолит. Говорят, из Ливана все доставили. Ну вот вряд ли, вот так вот в природе где-то есть. Вот я про это зелененький малахит, типа. Змеевик. Это вот откуда пошел тест Ротшаха. Тебе показывают пятно, и ты должен увидеть, типа, все. Дверки прикольные, конечно же. Красота. Ну вот тут вот есть четкие камешки, просы, вкрапления, вот они. Мои ботиночки. Здесь тоже какой-то ядерный взрыв. И тут что-то непонятное. И тут как под копирку. Ну не бывает в природе столько, как под копирку. Не бывает. Как отшлифовано. Классный мрамор. Исключительно медными зубилами. Вот тут что-то было, убрали. Ну ничего так не мелочились. Но это великанчики под себя сделали. Зря пол закрыли, потому что пол был великолепный. Моя мечта, детское пожелание осуществилось. Вот оно. Вот оно, завихрение потоков. Ну, это типа для воды, да? Ага. Типа действующий. А вот косяк при заливке. Видим другой материал. Чуть-чуть. Вот. Вот, для водички. Если тут была водичка, судя по этим железочкам, тут водичка и не пахнет. Тут какая-то техническая жидкость была. И вот это вот для чего-то, для закрепления. А вот металл, как в любых храмах, так называемых, как в... Ну, не может быть все одинаково, если просто для красоты. Вот это техническая цель, подложка из такого же зеленоватого материала. И вот эти вот обручи, они тоже для чего-то.
типа рыбы, в центр идут, но это как купола так устроены. Подставочка, подстаканник. Это железо, но звучит как камень плотно. Наливать-то как? Это бабский загон какой-то. Для женщин. О, разорвалось. Не видно, что это только покрытие железа. Внутри какой-то металл, ой, камень, типа цемента. Сверху это типа 0,2 миллиметра покрытия. Но это ж хомуток, надо как-то обжать чем-то. Дальше видно, все-таки заливка. Видна заливка. Тем более выше. Видны скрепы. Скрепы, которые скрепляют куски. Все-таки прилепленного и залитого материала. Тоже искусственный материал, как и это. Вот это уже порнография. Вот тут явно заливка. Это не выпиливали, это вот сделали так. В общем, слепили. Слепили на материал белый камень. То есть когда-то мрамор могли размягчать. И снова вот это оригинальные штуки. Железо, причем железо такое, немножко проржавело. Вряд ли вот это сделали позже. Ржавое железо обычное. Железус обыкновенус. Феррум. И скрепили. Скрепили из того, что было буквально. Вот цемент, а вот это вот налепили, но как вот так вот налепить, чтобы оно вылепло? Окей. И у нас слепили. Но камешек классный. Ну вот неровно. Неровно значит не фигура вращения. Если это не вытачивали, значит это... Ну вот опалубка хреновая. Можно видеть. Да что такое?
Вот хреновая опалубка была просто. И оно не залилось как надо. Вот дальше ровно, нормальненько. Чекаем для репутаторов, конечно. А вот здесь у меня. Угу. Еще ремонт. This place, no enter. Okay, okay. Yeah, no enters. But I want to just... Hey. This place. Ah, okay. Okay? One last time. This place. One last time, okay? And this place. Okay, okay. Please. Place. Coming. Не пускают, блядь, мудаки. Интересно, это оригинал или как? Петит какой-то. Все закрыли, блядь. Пидорги. Вот сколько медных зубил сломали, чтобы такое сделать без сколов. И они говорят, бронзовых еще. It's real. Okay. This building, old building. Ага, залепили. Вот тут нормально была палка, тут просела чуть-чуть. Литье везде, литье. Вот оно, вот, вот. Камешек ушел чуть вглубь. Залепили другим материалом. Вот он камешек. Странная смесь природных камешков и влитых во что-то. И вот оно, железо, металлосвязь, вот он. Ладно.